Всем добрый день. Или точнее вечер. Мы с вами по-прежнему в Дубае. И это опять Global Village. В прошлом году я вам рассказывал про это место. Это, так сказать, город в городе. Ну, точнее, тут даже не город, тут много-много стран. Представлена была и Россия в одном месте. Вот, например, сейчас Кувейт мы видим. Йемен. Куда? В том порядке пойдем? Ну, пойдем в том порядке. Россия вон в том углу. Ближе. А? Ну, зайдем до России. Обычно в другом направлении иду. Там вот закат, где-то марина. Смотрите, какое небо классное. Качели, карусели. Лодочки, кстати, в районе лодочек здесь кормят. И вот в каждом заведении, точнее, в каждой стране продают свое там. Свои вкусняшки, свои товары. Но иногда они не соответствуют действительности. Ну идите, смотрите. Я думаю, что не лучший вариант будет, если я в Кувейт пойду с камеры снимать. Как вы знаете, тут не очень любят, чтобы когда их снимают. Там китайский дракон, вот китайским нашим братьям пофигу. Точно. Здесь преимущественно в этой стране арабские страны, видите, Иран. Индия, правда, не арабская страна. Египет, Йемен. Люди ходят в разных нарядах. Я бы сказал, сильно отличающиеся от нас. Некоторые не очень любят, чтобы их снимали. Особенно те, вот, которые в своих темных национальных костюмах, ребята. Поэтому я воздержусь от посещений таких вот объектов. Точнее, съемок людей. Покажу вам закат. Обалденно красивая речка. Сейчас, когда включатся везде огонечки, будет вообще все классно. Ну, красиво очень. Национальные блюда, боснийский хаус. Вот там, кстати, очень даже вкусно пахло. Египет сразу видно. Не знаю, что отхвачу. Я вам сейчас коняшек показать хочу. Слишком приближу, будет некрасиво. Слишком удалю. Будет тоже не очень красиво. Даже не знаю, как снимать. Петра Первого не хватает. И камня красивого, большого. Ну, там вон шхуна какая-то японская. А сфинксы прям как будто бы у нас в Питере. Честное слово, там вдалеке. Я опять сейчас своих потеряю, будут ругаться, кричать, бить меня. Я как иду снимать, и все, и забываю все на свете, а потом они меня ищут. Я думаю, сфинкса уже видно, да? Ого, тут какой-то Тамерлан, я не знаю, что это за страна такая представлена. Такой. А, это же Иран. Серьезный такой конь. Огромный. Там где-то Турция. Ну, в районе России, наверное, я еще включусь.
пойду искать своих, а то сейчас точно меня потеряют и будут гулять. Ветер, достаточно сильный ветер поднялся здесь. Но он такой теплый-теплый. И приятный. Все. На всякий случай говорю до свидания, хотя, скорее всего, я еще включусь.